Да, кайфовая, кайфовая, конечно, вон он, бизон или бык, или кто это такой. Короче говоря, пошли дальше, пошлите, я покажу, как тут приветствуют. Welcome Truckers, добро пожаловать в Truckers. Там и ландри, и все, что, гляньте, как красиво, посмотрите, как кайфово. Вот эти, казалось бы, фотографии. Вот тут Truckers здесь отдыхают, кожаные сиденья. Мне так нравятся вот эти старинные фотографии всякие разные. Казалось бы, да, пустые стены, либо вот, вот такие вот... старинные, престаренные фотки. Типа даже музея какого-то. Вон какие. Дядечки. И вот здесь можно поиграть в игру. Однорукий бандит. Тут можно посидеть, посмотреть телевизор. Пожалуйста. Ребята устали в дороге, сели, почитали. Отдохнули, посмотрели телевизор, пока стирается их белье. Сейчас покажу. Окей. Она говорит, excuse me, ma'am. И вот тут тоже все завешено. Классно сделано, классно. Всего лишь навсего стены завешены какими-то фотографиями. Супер просто. No restroom. Так, вот они ландри. Вот здесь бросаете, вот там стирка, по-моему. Нет, вот тут стирка, вот там сушка. Да-да-да. И там пошли души, душевые. Классный какой. А их даже можно купить 34,49. Да, эти картины все еще можно купить. Ой, какой Клинт, не помню, как его зовут. Супер, 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 просто. The Real Texas Ranger. Настоящие техасские рейнджеры. Вот они какие были, обвешаны все патронами. Да. Вон они. Душ 1, душ 2, душ 3, душ 4, душ 5. Около 10 душей на каждой душевой. Как мне нравятся эти фотографии. Да. Классно, конечно. Вот старые заправки. Sorry. Да, вот так вот. Так что для Truckers одно удовольствие. Пока у тебя стираются вещи, ты можешь посидеть, полежать, послушать музыку, поиграть, проиграть какие-то деньги, перекусить. Тут есть обязательно рестораны на каждом трак-стопе, а то и два ресторана. Перекусить. Вот тут специальные, заправки для Truckers. Для нас, для обычных машин там, для Truckers все здесь. Так, это кто? Это буйвол или кто? Да, ну фотки, конечно, вот эти вот на стенах, в деревянных этих, супер просто. Ой, пицца какая вкусная. Фрайд пай. The original fried pie. И Денис. Здесь же ресторанчик. Так что и рестораны. Здесь можно купить и мороженку, можно купить. Все что угодно. Ну, понятно, кофе свежий. Все, поехали дальше. Ой, такое ветруганище на улице. Просто сдувает с ног. Я машину там дальше оставила. Сейчас я заправлюсь. У меня бензин практически на нуле. Там написано было, что на 50 миль осталось. Сейчас я заправлюсь и поедем.